Епифанов Игнат Олегович, главный тренер сборной СПБПУ. Поздравляю с победой. Тяжело ли было играть вообще и чего не хватило соперникам? Соперникам не хватило. Ну, немножко удачи, да, они могли, в принципе, в конце выходить вперед, но пали в штангу, а мы воспользовались последним моментом и решили этот исход матча в нашу пользу. Если говорить, в принципе, какие остались впечатления от тура и какая игра, на ваш взгляд, была для нас самая, скажем так, удачная? Ну, мы в итоге заняли, получается, третье место. И, ну, мы в последний матч выиграли, второй сыграли ничью, первый проиграли. Конечно, последний более удачный. Но в целом впечатление от тура, ну, планировали здесь наиграть наш состав, на молодых ребят. Мы эту задачу выполнили. То, что не пробились в финал, ничего страшного. У нас впереди НЦФЛ. Говоря про НЦФЛ, намечается очень интересная тенденция, что когда мы в прошлом году наш основной состав играл домашний тур, мы первую игру проиграли, вторую сыграли в ничью, третью выиграли. Сейчас опять мы первую игру проиграли, вторую ничью, третью выигрыш. Есть ли тут какая-то закономерность или это просто так случайно получилось? Ну, закономерность в том, что наша команда неплохо готова физически, наша команда имеет характер, но при этом нам не хватает мастерства в некоторых матчах, и в первом матче мы немножко перегорели, пропустили два быстрых гола. И поэтому не сумели победить. Мы желаем вам удачи в дальнейших матчах. Спасибо.